Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Самонитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саводитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джанно Самаюктам Бинда Ванам Манохара Ванчакалпатарувашчакепасиндубхавач Патитананг Паванебхавишнабхибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтгирим Яткепатамаханга Банде Парамананандамадвам Бриндавани Тулсидевай Пиявай Кешавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Бхаттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нароттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхупадеша Гаурия Патрасьо Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагодварана Дейям Сада Парибхавагна Бхавиштадохам Тетхас Вадам Сивавиринчанатам Сараньям Бхеттатихам Панутапал Бхавадипотам Банде Махапурушате Чаруна Ривиндам Джатпада Паллавана Качанда Маничатая Бишфуриджи Такамипигаводу Швадарш Пурнану Рагара Сасагара Сарамурти Сарадхика Майкада Кифам Калаш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита Бхужау Канака Бодат Шанкиртанай Капитару Камала Ятакшо Вишам Бару Дижавару Джугадхар Мапалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Аджануламбита Бхужау Канака Бодато Шанкиртанай Капитару Камала Ятакшо Вишам Бару Дижавару Джугадхар Мапалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивва Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманинья Джата Калапам Гаури нирантара бивши табам бхагам Нараяно прияманангамада пхарам
Varanasi Purapati Bhajavi Sanatham Bhagi Sajusho Vadane Lakshmi Jasacha Bhakshasi Jasyaste Hide Sambhid Vam Nishinga Maham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Tavad Bhayam Dabinadeho Suhit Nimittam Tavas Priha Paribhava Vipulas Chalova Tavad Mamo Iti Asad Abagraha Arti Moolam Javan Ne Javan Na Te Angri Mavayam Prabhinita Loka Tavad Bhayam Dabina Deho Suhit Nimittam Tavas Priha Paribhava Vipulas Chalova Tavad Mamo Iti Asad Abagraha Arti Moolam Javan Nati Angrim Avayam Prabhinita Loka Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told that all arrangement in this material world, all temporary. Any kind of arrangement you are going to make to secure your life, all temporary, nothing permanent. Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramахамса Джагадгуру сказал, что все в этом материальном мире, все временное, любые вещи в этом материальном мире, все временное. И вот, живя в этом материальном мире, мы должны думать о пользе нашей жизни. Мы должны подумать, что полезного, что какой толк от нашей жизни. Какой-то неизвестный страх всегда следует за нами, мы не знаем почему. Какой-то неизвестный страх следует, преследует нас. Какова причина за этим? Причина в том, что у нас есть настроение, наслажденца. We like to protect our position, rank, money, everything we like to protect. We cannot bear if something happens. So, one kind of unknown fear. But the reason is that, the basic reason, that we have some enjoying mood, that's why you fear. Я могу показать вам, если нет наслажденческого настроения в вас, если вы сможете развить настроение, понять, почему чистые гуру вайшнава не беспокоятся. Шрила Прабхупад, ему было сказано, что вот кто-то против него написал заявление в полицию, Шрила Прабхупад не беспокоился. Кто-то сказал Шриле Прабхупаде, что в Мамгачи на вас нажаловались. Шрила Прабхупад ничего не сказал. Все это... В общем, Бхагавана это дело.
И вот и однажды Шрила Пури Госвами Махараджа, один какой-то человек, занимающий пост ачари, назвал Каништа Цикари. Шрила Пури Госвами Махарадж сказал, почему вы беспокоитесь, он, по крайней мере, подтвердил, что Каништа Бхакта, а я думал, что я даже этого уровня не достиг. И вот чистые преданные, у них нет страха. Почему они очень умные и, вот, и разумные? Разумность, ум, разум, рациональность, разумность, но когда это качество приходит, когда наше сердце и наши мысли, они идут в одном направлении, мы искренне, если мы пытаемся как-то кривить душой, что-то делать не то, что мы думаем, и ну как-то не действовать и не думать в одном направлении, то в этом случае какой-то неизвестный страх будет следовать за вами. That is because you have enjoyment, pratishtha asa. You have pratishtha asa, that's why you are fearful. Это из-за склонности к наслаждению, к желанию наслаждения. Поэтому чистые гуру вайшнавы, у них нет никаких беспокойств, поскольку они не ожидают ничего. Если они они могут отдать все, что у них есть. И они не перевязаны ни к чему, потому что они осознали, что все делается Верховным Господом. Все так или иначе, прямо или косвенно делается Верховным Господом. И вот Шрила Прабхупада говорит, я могу предаться лотосным стопам такого самосознавшей себе души, которая может принести мне полное, абсолютное благо. И вот я могу предаться лотосным стопам такого гуру, который даст мне полное благо, иначе я не смогу предаться ему. И вот есть множество карми-гуру, гьяни-гуру и прочих. Самоосознавшие, есть такие полуосознавшие себя души, а вот полностью осознавших себя душу гораздо меньше. Вот Шрила Прабхупада говорит, и вот Гурупад Падма, он всегда готов дать нам божественное знание Дивья-гьяна. Гурупад Падма, он ждет нас, но это также зависит от нас, можем ли мы принять эту дивья-гьяну или нет. И вот мы должны быть достойны этого, квалифицированы. И вот люди приходят, чтобы с различными настроениями, целями. И вот если они пришли с совершенным настроением обрести дивья-гьяну и достичь лотосной стопы Бхагавана, это хорошо, но обычно это не так. Люди приходят с какими-то посторонними мотивами. Какие-то хотят получить деньги, положение в обществе, какую-то славу, что-то еще. И не хотят использовать хорошее имя, волю Гурупад Падме, большинство людей. Они хотят прославиться как ученики такого-то великого гуру.
И вот Прабхупада приходит и говорят первым делом, что мы ученики такого-то великого гуру, чтобы обрести пратишту. Это их целях. Но подлинный ученик, он не кричит, что мой Гурудев то и то, нет. И с другой стороны, люди, видя их характер, могут спросить, кто их характер, поведение, их такую прекрасную речь и поведение, все остальное, они будут заинтересованы в том, чтобы узнать, кто гуру этих, и кто их гуру, как кто Гурудев Санатана Рупа Госвами Пада. Они никогда не говорили, кто их гуру, они совершали служение подлинное. Они никогда не злоупотребляли божественным знанием. И вот Шрила Прабхупад говорит, самое опасное — использовать божественное знание. Злоупотребление божественным знанием. Что значит, что мы не обретаем этого божественного знания, когда Шрила Прабхупад говорит, если кто-то злоупотребляет божественное знание, это значит, этот человек не обретает божественное знание. Пытайтесь понять, когда Шрила Прабхупада говорит, кто-то хочет злоупотреблять божественным знанием, значит, они приходят в Гаудимат. И злоупотребление божественного знания, когда может быть, когда вы не обретаете это божественное знание, поскольку если вы обрели божественное знание, то нет вопроса злоупотребления, им это здравый смысл. И что Шрила Прабхупада хотел сказать, те, кто пришли в Гаудимат с желанием злоупотреблять этим божественным знанием ради своих корыстных целей, у них нет связи с Гаудиматхом. И вот злоупотребление божественным знанием значит такое то знание, которое доступно здесь, они злоупотребляют им, чтобы обрести пратишту. И поэтому, если они обретают это божественное знание, почему они? И вопрос злоупотребления этого божественного знания нет. Это божественное знание поможет осознать вам, кто вы. И вот Шрила Прабхупада хотел сказать, что они используют это божественное знание в каких-то своих целях, что невозможно, то возможно с помощью Гуру Вайшнава. Это невозможно в вашей жизни, это легко и просто с помощью Гуру Вайшнава. И чтобы обрести божественное знание, это очень высокая цель. Просто избавиться от майя. Мы должны ждать жизнь за жизнью, что говорить о Дивьягьяне. Чтобы избавиться от майя, мы должны ждать жизнь за жизнью, чтобы просто избавиться от, ну, от влияния майи. И не избавившись от влияния майи, как долго, пока есть анартхи, все остальное Харибаджан невозможен, и поэтому лицемерие очень опасно. И Госвами Махарадж, и вот они пришли к Шриле Прабхупаде и спросили, говорят, что Прабхупад, мы больше не можем жить в Мадхи, мы уходим. И Шрила Прабхупад спросил, почему. Мы собираем деньги,
эти деньги мы даем вот этому человеку, он злоупотребляет ими, и поэтому мы не можем это потерпеть и уходим. Потому что они злоупотребляют вещами, предназначенными для Гуру Севы. И Шрила Прабхупад говорит: думаете ли вы, что я не знаю об этом? Думаете ли вы, что я не знаю, кто что делает? Но какое отношение это имеет к вам? Что вы теряете? Я с вами. Почему вы оставляете Севу? Какое отношение это имеет к вам? Они пришли в Гурдеву, чтобы обрести Лабху Пуджу и пройти, что вот они получают ее, а вы пришли, чтобы получить милость Шигуру, и вы ее обрели. Вайшнавы, они подобны древам желания. И вот они, древо, исполняющее желание. Гуру Вайшнавы не хотят обманывать вас и вообще кого-то, но мы хотим быть обмануты и обманываемся. Кто-то хочет одурачить Гуру Падпадму. И можно вспомнить, вчера я говорил, и вот вчера мы говорили о 10 факторах, очень важных на пути баджана. Мы должны и вот эти факторы, они должны увеличить нашу сатвагуну, нашу благость. И кто что делает, это не наше дело. И в Матхе тоже много раз говорил, что кто что делает, это мы не должны обращать внимание на них. А должны думать о себе, поддерживать свой стандарт, смотреть, что мы делаем. И вот, то есть нужно за собой прежде всего следить, за своей практикой, за своим баджаном. И вот, если мы поддерживаем высоту нашего стандарта, высокий уровень, не стремимся к идеалу, это гораздо более практично и полезно в нашей жизни, если мы будем смотреть на тех, кто делает, что попало и как попало, то чего же мы достигнем, чему мы хотим следовать. Следовать идеалу падшей души или возвышенного саду. В этом наш недостаток, что мы хотим следовать идеализм какой-то падшей души. И некоторые принимают таких падших душ, как Шикша или Дикша Гуру, поэтому опускаются на низкий уровень. В этом причина. Вы не заинтересованы в том, чтобы поддерживать стандарт качества. Думаем, что это тяжело, и вот мы, посмотрите, кто в этом мире готов следовать, слушать Сиддханту и Шрилы Прабхупады. И вот смотрите, попробуйте посмотреть, поискать во всем мире, кто готов следовать Шриле Прабхупаде, Бхактисиддханте Сарасвати. И таких очень мало, и поэтому мы не можем, и вряд ли мы можем кого-то найти в этом мире день за днем. Ситуация, она становится хуже и хуже, что мы не можем найти никого, кто готов принять такую сложную, возвышенную сиддханту. Очень редко кто может ее принять. И это не значит, что Шрила Прабхупад не принес ничего полезного.
если люди не готовы принять Сиддханту Шрилы Прабхупады, то это не значит, что это его послание не имеет пользы в этом духовном поприще. Нет, это естественно, то, с чем выше страдал, тем меньше последователи. Даже в обычном мире, если посмотреть какой-то магазин драгоценностей, где продаются бриллианты, там очень мало посетителей заходят. Но если посмотреть на продуктовый магазин, там постоянно кто-то ходит, что-то покупает, очереди стоят. И вот это очень редкое, поэтому мы не можем ожидать людей. В общем, я не ожидаю от людей ничего лишнего, поэтому не обижаюсь на них. Я знаю, что мало кто может следовать и принять учение Шрилы Прабхупады. Но это не значит, что мы должны пытаться изменить абсолютную истину. Абсолют — это абсолют. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит: Удав, не думая, кто что делает, ты должен поддерживать свой стандарт. И тогда мы не будем чувствовать беспокойства. Я вчера говорил, 10 факторов очень важны, на основе которых вы можете развить сатва-гуну. Люди, они в раджа-гуне, тама-гуне. И я могу оставить сатва-гуну также. Бхагаван говорит Удаве: непрерывно ты должен служить сатва-гуне. И вот вчера я говорил, и вот это зависит от многих факторов, какая гуна придет к вам, сатва, раджа, тама гуна. И вот шастра. Агама значит шастра. Агама, нигама — это все шастра. И вот вчера из-за недостатка времени я не смог объяснить. И вот агама значит шастра. Есть три различных вида шастра. Первое — раджа-гуна. И вы что же говорите? Больше мы знаем. Все пураны, они разделены на три категории. Шесть пуран — сатвических, раджасических и шесть пуран — тамасических. И это зависит от нас, какой пуране мы следуем. И вот если мы примем помощь от сатвической пураны, мы и шастра вот это тоже очень важно. И страна,
Здесь страна, что значит Деш, ну не страна, а Деш, ну как бы что-то вроде страны или места, место, в котором мы находимся. Окружающая обстановка, как сатвические люди, можно посмотреть на сатвических людей, они хотят жить в каком-то спокойном месте. Чтобы ничто, ничто не беспокоило их жизнь такая. Нирджан Деш на санскрите. Здесь Деш, это синоним слова страна, но более точное место или обстоятельство, ну, место, в котором мы находимся. И также это зависит от наших самскар, какие шастры нам нравятся, кому-то нравятся сатвические шастры, как Рамаяна, Бхагаватам. И тогда мы разовьем качество сатвагуны. Кто-то любит Шива Пураны, такие раджасические. Или тамасические, точнее, это Брахманда Пурана, это раджасическое, а вот Шива Пурана – это тамасические. И вот в соответствии с этим наше сознание развивается. Второе – это апа. Агама значит шастра, апа – это санскритское слово. Вода значит. Апа is a Sanskrit word of water. So apa. So apa is air is one very important thing. Apa mean? Апа значит, если вы очень заинтересованы, чтобы использовать воду Ганги, Кавери, Сарасвати, то тогда у них есть естественный потенциал, энергия. Кто-то думает, что Ганга, вода Ганги, вроде та же самая вода, что и везде, но если с точки зрения химии состав вроде одинаковый, H2, что там вода, что здесь вода, но нет. Бхагаван говорит, это зависит от вашего от ваших самскар. И вот моя бабушка и дедушка в те времена пили только воду Ганге день и ночь. И каждый день вот они шли. Мы принимали омовение в Ганге и пили ее воду. И вот еще лет 50 назад Ганга была чистая. И в шастра говорится, что Пундарик Виданидхи, он пил воду в Ганге, чтобы очистить себя. Не пить воду перед поклонением запрещено. Но Пундарик Виданидхи пил воду перед пуджей, перед поклонением. Почему? Поскольку причина была, он хотел очистить себя, он имел огромную веру в Гангу. И вот он чувствовал себя очищенным, освященным и совершал поклонение после вот того, как выпьет воды Ганги. Еще какие-то люди ароматную воду пьют, чем-то ее ароматизируют. И вот в Панджабе, в Джаландаре я был в те дни.
Ну, сейчас там что случилось, Махараш не хочет туда ехать, раньше ездил. И вот один вайшнав, ученик Шрилы Бхакти Валлабхи Тирти Госвами Махараджи, Бхарати Махарадж тоже там. И внезапно они дали какую-то воду, какого-то красного цвета. Почему? Почему она красная? Я спросил, для чего. Они говорят, роза, эти лепестки роз они перемололи, смешали с водой. Я подумал, что за страстная вода такая в Раджагуне. И вот что это? Как и зачем это все? Я спросил. Просто воды дать, зачем розы туда? Такие раджасические люди. И вот Бхагаван, он говорит, Удав, это зависит от шастры. И чего еще? От воды. И вот я могу показать человека, который имеет любовь к Ганге, к Ямуне, эти люди, они чистые. И вот Бхагаван говорит, агамо апо. Praja also speaking shantati. И вот Praja mean Praja. Shantati. Shantati mean children. If you are going to get one, если вы обретете каких-то детей в сатвической гуне, и вот этот сатвический, такой сатвический ребенок, он поможет вам. Я много раз говорил, но люди мало заинтересованы. Они думают, что они разумны. И вот если ваша жена не вайшнави, против гуру вайшнав, ненавидит их, говорит всякую ересь, то в этом случае, если вы привяжетесь к вашей жене, то, может быть, это причина вашей смерти. Я говорил, если ваша жена, если вы хотите развить прекрасные отношения с вайшнавами, а ваша жена их ненавидит, то ничего хорошего не произойдет. И много таких случаев. But they don't obey. If I say, if your boy is not sattvic, going to take fish and meat, everything, chicken, if you're going to kiss him, then you are going to take non-veg. Because he's taking non-veg, you are kissing him. И вот если ваши дети, скажем так, не вегетарианцы, едят все подряд, если вы их целуете, их то... Ничего, ну, в губы, скорее всего, имеется в виду, то оскверняйтесь этим. И вот Махарадж очень строг, и мало кто принимает его слова. И если какие-то люди в мире могут принять ту сиддханту, которую я говорю, я буду очень счастлив. Но мало кто может принять ее. И только если ваша жизнь полностью, вы приняли решение, что без Гуру Вайшнав и Бхагавана я ничего не хочу. Mm-hmm.
И вот они думают, что я Шикшагуру или еще кто-то, но если я смотрю на чье-то поведение, я говорю, как вы можете принять меня, у вас нет уж самопредания. Ну или кто-то смотрит, но Махараджа пытается что-то делать, но не у всех получается. И вот ведь какие дети рождаются у нас, это тоже важно, поскольку мы живем с ними, разговариваем, общаемся. Как, от кого дети эти рождены, это уже очень важно, как вот пример Вену Махарадж. Он был очень опасен. И что в итоге случилось? И вот father gone to forest due to this kind of, you know. So this kind of example you can give. И вот такой пример можем обрести. И вот здесь обширное слово, место, в общем, значит, страна, континент или еще что-то. И вот Бхагаван хочет, говорит, в каком месте вы хотите находиться, это очень важно. И в соответствии с этим мы обретем какие-то преимущества. И шастра много примеров приводится. Вот говорится в шастре, там, где нет брахманов, нет вайшнавов, нет Ганги, Ямуны, Сарасвати, Кавери, где нет набожных людей, мы не должны там жить. Нет Ганги, Ямуны, Сарасвати, плодородной земли, нет Туласи, Ганги. Мы не должны жить в таких местах. И в тот день я говорил, даже если это небеса, но там нет Харикатхи, Харикиртана, кто будет находиться там? И вот я говорю вам, если вы позовете меня, я не пойду туда, в такие места. Ну, что там делать? Что здесь, о чем говорится? В каком месте мы находимся, это очень, тоже очень важно. Чистые преданные, они никогда не хотят оставлять даму, всегда, если даже в другом месте, сердцем они всегда находятся в святой даме. Если физически не могут, то хотя бы в уме всегда находятся в святых местах. И вот если мы не думаем о преданных хорошо,
по крайней мере, но мы должны находиться в каком-то сатвическом месте, посмотреть, где живут сатвические люди. Они тоже живут в стороне от каких-то скверных людей, поскольку они хотят развить знания и все остальное. И вот Деш очень важно. И кал, время. Мы должны помнить, и каждый день в своей жизни должны применять эти принципы. Просто услышать и забыть, этого мало. Нужно что-то делать. И вот что я говорю. Калаха значит время. И можно увидеть те, кто чистые гуру Вайшнава. Они встают очень рано, когда все демоны спят. Все асуры, ракшасы, они спят. И тогда в этом случае они совершают баджан. Это правильное время для харибаджана. Называется Брахма Мухурта. И вот время тоже очень важно. Я могу показать вам. Хотите увидеть, люди в раджа-гуне хотят, встают поздно. 7-8. Это их природа. Они не могут встать рано утром, поскольку Брахма-мухурта очень важна. Демоны могут наслаждаться своей жизнью до полуночи. Это в Бомбее было по какой-то причине давно. В Гуджарате я видел, люди там очень поздно встают, часов 8-10. Работать где-то с 11 начинают только. Работают часов до 8, потом до полуночи отдыхают где-то на пляже или еще где-то. И такие вот раджасические люди. И вот если вы хотите, увеличить свое самосознание, демоны, они наслаждаются своей жизнью до полуночи. И вот с таким стилем жизни, что можно ожидать от них? Обычные демоны. И поэтому я ничего от них не ожидаю и не обижаюсь. Живут, какое у меня дело. И вот на все воля Бхагавана, и вот то, что случилось со мной 20 лет назад, так это все случилось по воле Бхагавана. Я ходил, совершал парикраму и повторил харинам. Сейчас я нахожусь здесь, это тоже все по воле Бхагавана случилось. И вот калаха значит время. Время очень важно. Гуру Падпадма.
говорил мне, мой сын, если ты совершаешь аник, можешь совершать аник рано утром перед восходом солнца, это очень благоприятно, по крайней мере 48 минут до восхода. Это очень благоприятно. И вот во время Брахма-мухурты, где-то за 50 минут до восхода хотя бы, в 7-8 еще не так плохо, а после 8, после, в общем, поздно повторять аник, часов 9-10, совсем плохо. Не всех получается следовать, но все же благоприятнее всего повторять вот где-то за час до восхода. Почему Шрила Бхактивинода Тхакур совершал баджан, когда все люди демонического склада ума, все они спали? Брахма-мухурта очень важна. Если кто-то не высыпается, можно раньше ложиться. Но лучше раньше ложиться, чем позже вставать. Для брахмачари и саньяси 4 часа сна вполне достаточно. Ну, может, 4,5. Но медицина советует часов 7-8 спать. Ну, если спать 8 часов, то когда баджа совершать? И вот вчера я сказал. В общем, продолжает Махарадж. Кала, время очень важно, джанма. Если вы родились, в какой семье вы рождаетесь, где, в каком окружении, это тоже очень важно. Джанма. И джанма, например, вы родились в какой-то прекрасной семье, но Бхагаван Шри Кришна говорит, кто-то может родиться в какой-то высокой семье, прекрасном окружении, и может и не быть такого, кто-то может родиться не в столь благоприятных благоприятном окружении. Но так или иначе, где бы мы ни родились, то все равно у нас есть возможность совершать харибаджан. Еще есть второе рождение, когда вы получаете посвящение Гурупад Падме. Если кто-то родился в Германии или Америке, это не столь важно. Это зависит от нашего настроения, от наших самскар, от того, какого уровня гуру мы приняли. Получили ли вы посвящение, какое посвящение от него? Если мы получили настоящее посвящение, дикшу, это зависит вторым рождением. Первое рождение, мы рождаемся из чрева матери. И второе, когда вы получаете гайтри мантру, брахма гайтри, и в шастра говорится, когда вы получаете посвящение брахманское, брахма гайтри, то вы
развивайте ваше право читать шастру, но не перед этим. Но сейчас люди делают все, что хотят, и вся система сломалась. И второе рождение, значит, когда вы получаете брахманское посвящение, брахма-гаятри. И в шастра говорится, своим рождением, по рождению все шудры. Даже те, кто родился в брахманской семье, они тоже шудры. И поэтому в шастрах говорится, по рождению все шудры. Но когда ваши самскары, вы прошли самскары, то можете стать уже настоящим дождорожденным. И третье рождение, это тогда, когда вы получаете посвящение от великого возвышенного, преданного в Кришна мантру. Это третье окончательное рождение. И вот джанма, и вот здесь вот второй, третий вариант рождения более благоприятный. Не у всех родители великие преданные, или не все получают посвящение у подлинного гуру, кто-то получает посвящение с корыстными интересами. Но если ваша душа требует чего-то настоящего, чтобы избавиться от страданий и обусловленности этого материального мира, то мы должны получить посвящение подлинного преданного. И вот джанма вот очень, здесь то, также очень важна. И мы должны помнить, и дьянам, дьян значит медитация. Материалисты, они, если скажу, все находятся в медитации. И, в общем, никто не может опровергнуть это, все в той или иной медитации находятся, кто-то в материальной, кто-то в... Так или иначе, люди медитируют, медитация это идет, происходит, но если мы будем медитировать на лотосные стопы Гуру Вайшнавов и Бхагавана, это более практично дьянам. Кто-то думает о деньгах или еще о чем-то, о мужчинах, женщинах. И вот это зовется дьяна. И вот кто-то ходит, смотрит. Мантра тоже важна. Какая мантра мы... у какой мантры мы принимаем помощь? Кто-то ходит, надеется на Деви-мантру или Шива-мантру или Ганеш-мантру или еще какие-то. Они думают, что хорошо, мы можем что-то обрести этими мантрами. И вот Бхагаван говорит, если мы будем концентрироваться на каком-то одном
Акшари, как Ом, например, это даже очень благоприятно, но более практично для вайшнава, поскольку вайшнава не сконцентрируется на Кришна мантре. И вот, в общем, я говорю, если вы хотите увеличить вашу сатва-гуну, вы можете принять помощь этой сатва-гуна мантры. Но если мы хотим стать вайшнавами, мы можем сконцентрироваться на маха-мантре и других мантрах. И мантра очень важна. Я видел, я знаю, что кто-то вайшнавы носят тилаки мала, но они не повторяют маха-мантру, другую мантру какую-то повторяют. Ради славы, денег и еще чего-то. Я знаю таких людей. Пытался им что-то сказать, они не слушают. И вот мантра очень важна. Самскара тоже очень важна. Самскара очень важный фактор. И вот самскара, общее представление о самскарах, что это? Прокалывание ушей, например, тоже одна из самскар. Или бритье там, ну, первое в смысле, это первое, стрижка волос тоже самскара. А есть самскара еще впечатление, одно из вариантов перевода. This is also one conception of sanskara, but it is one kind of rajasic conception of sanskara. You like to travel in plane, these are very costly, you know. So, sanskara, you can clean everything, but your mind is not clean. You like to make the room clean where you are staying. Кто-то привязан к внешней чистоте. Но внутренняя чистота, она важнее. You are putting flour in different corner so that people can come and say, I'm very tasty people. Кто-то привязан к внешней красоте и изысканности. You are enjoying your life, but you don't know your mind is dirty. You are making sanskar. Некоторые люди слишком много уделяют внимание внешнему. Самскара, настоящая самскара. Кришна говорит: Удав, если ты заинтересован в самскарах, лучше, чтобы твое сердце было чисто изысканно, чтобы Бхагаван мог прийти в твое сердце. И вот
И вот Чайтанья Махапрабху совершил самскару Гундича Мандира, и это наш идеализм. Я вынужден дать такой пример, поскольку такая самскара очень редка. Шриман Махапрабху, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху показал, как совершать самскару. И вот я объяснил концепцию самскары, и Бхагаван говорит: это зависит от 10 факторов. Если мы можем использовать эти объекты лучшим способом развить нашу сатва-гуну, то эта сатва-гуна может стать доминирующим фактором в нашей жизни. Если мы злоупотребим, то что еще делать? Кришна говорит, все эти 10 факторов, они отвечают, чтобы развить вашу гуну. И после этого я сказал: и вот Бхагаван говорит: Удав, те, кто очень разумны, они всегда, их глаза всегда открыты. Те, кто разумные, они всегда поддерживают какие-то сатвические вещи, благодатные вещи. И они не презирают, а больше избегают тамагуны. И вот вайшнавы не передают, едят столько, сколько нужно телу. Ну, еще есть вайшнавы, которые едят прасад, и просто люди благостные, которые, ну, еще не вайшнавы едят, это просто благостная пища, но вайшнавы, когда они принимают прасад, здесь говорится, Вишванатха Чакравати пишет, когда они принимают прасад, это зовется... Ну и даже принимая прасад, вайшнавы не уделяют много времени этому, едят быстро. Как Мадхавендра Пурипат, он говорит, что у меня нет времени даже принимать омовение и повторять аник Санкхи Вандану.
какого цели повторение Аника Санги Ванданы. Если он достиг уже этой цели, то зачем его повторять? И вот Мадхавендра Пурипад говорит такие слова, что у меня нет времени принимать омовение. И как Шрила Кешава Госвами хорошо, он принимал омовение раз в месяц, но всегда было приятным, чистым, свежим. So, Bhagavan speaking, those who are wise men, Buddha, you can watch, they like Satsang. They support it. And Rajagun, okay, let them do. I have nothing to speak. Anyway, they are not going to. But Tamagun, they hate it. I'm right. And Bhagavan speaking, the more. И вот Бхагаван говорит, чем больше вы служите Сатвагуне, делаете что-то, что связано с Сатвагуной, это поможет нам увеличить количество благости в нас. И вот Бхагаван говорит о Арджуна, если вы слушаете Сатвагуни, естественно, вы увеличите благость себе. Если вы придерживаетесь благости, будете иметь репутацию какого-то набожного человека и жить какую-то благостную жизнь, это хорошо. Если кто-то служит, занимается таким сатвической деятельностью и живет благостно, то он развивает такую набожность, как Дурьотхан перед тем, как оставить свое тело, он сказал, что я знаю, что такое дхарма, но не чувствую никакого интереса к ней. Я знаю, что это адхарма, я не должен этого делать, но я не могу остановиться. Что мне сделать? What you are giving me inspiration, I don't like. Or illegal procedure, even sadhu, acharya, sannyasi. Иногда можно наблюдать, что даже саду, ачарья, ну, имеется в виду люди, которые занимают их посты, занимаются каким-то криминалом, ну, какими-то такими недостойными делами, если спросить. Они обычно ничего не могут ответить, отмалчиваются, поскольку знают, что за ним делают какую-то ерунду, но не могут даже ответить за это. Тату дхармас тату гьянам джават срити рапуханам. Gradually you can develop. И постепенно мы разовьем. You know, you can develop something. You know, срити you can develop. Your, you can keep link. Those who are being. Те, кто занимается какими-то недостойными делами.
какие-то... В общем, совесть их мочит. И вот таким образом, я уже говорил вчера и сегодня, хочу сделать заключение. Эта тема обширна очень. И вот я вчера говорил, Бхагаван говорит Удаве, Удав, как бамбук, сухой бамбук, когда он под действием ветра трется друг от друга, и так под действием ветра он трется друг от друга, нагревается, загорается, и весь этот бамбуковый лес, он сгорает. Ну и так, лесной пожар обычно, пока все не сгорит, огонь не прекращается. И вот Бхагаван говорит: о, Удав, твое знание, если ты находишься в сатвагуне, то это огонь этого сатвического знания, оно, он в общем, этим сатвическим сатвагуны, наше ложное эго, оно может сжечься. И когда оно зажжет все ложное эго, то вы почувствуете некое умиротворение. И вот джив упадхи, я много раз говорил, в бесконечном мире все титулы, которые вы не получали, все эти... Вообще, все названия, все эти титулы, отождествления, это все из-за влияния Майи происходит. И все отождествления, которые у нас есть, все они ложные. Все это под влиянием Майи, все названия, все, что есть, все это сделано Майи. Единственное, что вечно, это лотосные стопы Гуру, Вайшнавов, Бхагавана, Нитьянанды, Баларама. И если мы хотим связать нашу жизнь с ними, то это лучшее решение. И вот избавившись от всех этих мирских отождествлений и материальных, то мы можем достичь духовного мира.
И вот... I forget to explain this word. Tavad bhayam dhavina deho svit nimittam tavad spriha parivhava vipulascha lobha tavad mamo iti asad avagra arti mulam javan nati angri mavayam prabhinita lobha. In one line I like to finish, Agra is incomplete. И вот когда мы, пока мы не примем прибежище лотосных стоп Бхагавана, до тех пор, пока мы не принимаем прибежище лотосных стоп Бхагавана, до тех пор какой-то неизвестный страх будет следовать за вами. И вот пока у нас есть желание, пока у вас есть желание в вашем сердце, вы будете испытывать страх. Я и мое. Это идея. Пока мы думаем, что... Когда мы, пока мы пребываем в таком заблуждении относительно я и моего, то всякий материальный, то какой-то материальный страх будет преследовать нас. А когда мы избавимся от концепции я и мое, то мы обретем освобождение. Джаван ноти ангри мавайам прабринити лукаха ванча галпатруси ке басинди бхавша патитананг паванам павишнабью. Дукиртан. Very rare. Sincere devotee is very rare. Who is really interested? No rare. Hare Кришна, Кришна Кришна, Hare Hare, Hare Рама, Hare Рама, Рама Рама, Hare Hare, Hare Кришна, Hare Кришна, Кришна Кришна, Hare Hare, Hare Рама, Hare Рама. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bol, 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 Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hitai Gaur Hari Bol,
Харибол, 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 Нитай Гаур Харибол, 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 Нитай Гаур Примананди Харибол, Ванча Калпатрус, Джай Пурушоттам Бхагаван ки, Пурушоттам Брато ки.